Мы с вами на новом поступлении. Здесь просто куча. Все за один день осмотреть не удастся. Но покажу все, что нашла более-менее интересненько. Вот такое платье. Оно абсолютно новое. Это для беременных от Джорджи. Хотя можно носить его и женщинам в обычном положении, потому что оно такое легкое, свободное. Один недостаток этого платья, что оно полупрозрачное, как-то оно светится, хотя вот не могу найти вверху с составом. Сейчас найду. Мне самое интересное, что тут в составе. Ну, простите, не нахожу, но состав похоже натуральный. Так, дырку я нашла. 100% хлопок. Сейчас покажу дальше, что еще я нашла. Интересненько. Понравилась мне вот такая оливковая маечка. Размер 18. Она самая-самая обычная. Без всяких лишних деталей. И бирку там сейчас попробую найти. Есть полиэстер, рециклированный полиэстер. Ну, в общем, нет, на ощупь она, конечно, очень-очень приятная и кажется, что она натуральная, но тут сплошной полиэстер. Видите, выглядит прям как лен. Крупная толстенькая нитка. Нашла для себя боди бежевая. Не столько я хотела боди, сколько я хотела бежевую майку, но не вполне это боди заменит маечку. Я очень рада. Абсолютно новая. Размер XL. Вот такое платье. Это трикотаж. Очень красивая расцветка. Здесь спущенные плечи. Почти во всех платьицах, что не очень удобно. Будет торчать лямочка от белья. Отрезную по талии и полностью на застежечке спереди. Размер здесь 16. На меня оно маловато, не потому что у меня 18. Очень неплохое платьице. Следующее платье вот такое вот. Очень красивое. На бретелях. Здесь есть вот такой вот рукав, чуть-чуть спущенный, можно с ним, можно его оставить просто внизу на подмышку. Очень большой размер, 24, но просто села неплохо, если под поясок, но я пока еще подумаю над этим платьем, мне оно очень и очень понравилось. Села неплохо и нет вот здесь сильно оголенного плеча. Яркое цветочек платье, комбинированное. Синих тонах и в желтых. Рукав пересборенный, сзади на молнии, вырез каре, размер 16, вот 14, наверное. Вот такое платье, 100% вискозы. Так, с чем же все-таки я вышла сегодня из магазина Stock Second Hand, по-польски называется Тани Одиш. Я начну с того, что расскажу, без чего я вышла из магазина. Я вышла из магазина без телефона. Я его оставила случайно и, конечно же, когда снимала для вас видео, оставила в куче вещей, просто повернулась, ушла, обнаружила свою пропажу уже в отеле. Мне пришлось срочно брать такси, потому что до закрытия магазина оставалось 15 минут. Ехать и искать телефон. Ну, как вы видите, телефон я нашла ровно в тех вещах, в той кучке, которую я выложила из своей корзины. Те вещи, которые я вам показывала. Что я купила для себя? Я купила две самых обычных вот таких маечки. Серая и белая. Купила этот бежевый боди, потому что я очень давно хотела бежевую майку. Вполне меня устраивает бежевый боди. И нашла вот такие панталеты для себя моего размера. Я на них давно смотрела. Когда я их решила купить, я пришла, не было размера уже. И вот сегодня совершенно случайно я нашла эту пару обуви. Нашла сначала один, потом я перерыла
два огромных пластиковых короба для того, чтобы найти второй. Они обычно как-то связаны, скреплены вместе. Ну, видимо, кто-то примерял, искал, рылся и оторвали второй. Обувь абсолютно новая, как и вещи, которые я купила. Вот такие вот панталеты от Primark. Они, конечно же, не кожаные. Они легкие, достаточно симпатичные. И подходят под все мои летние вещи. По стилю, по цвету. Ну, в общем, я очень довольна этой покупкой. Цену я вам покажу. 29,90. Обувь с фиксированной ценой. 30 злотых. Это 210 гривен на сегодняшний день. Вот с такими покупочками. Ну, а вот эти вещи на вес. Вот хотя на них... Вы могли заметить видео, ценники висят, но когда ценник перечеркнута цена, вещь на вес и, соответственно, вместе они все лежат. Все с ценами вещи оцененные висят на вешалах. Ну, вот на этом с вами прощаюсь. Спасибо большое за просмотр, за то, что заходите, подписывайтесь, пишите комментарии, оставляйте свои оценочки. Не уходите, я буду стараться для вас снимать интересные видео. Всем пока!